Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Если вы желаете купить квартиру в Алании, обращайтесь, поможем, чем можем. Найдем по всем вашим критериям то, что вы ищете. Так, дорогие зрители, в этот раз я хочу вам показать двухкомнатную квартиру 1+1 в новостройке, которая была сдана 2-3 месяца тому назад. Продает эту квартиру мой друг. Значит, вот такой проект. Называется Навита 7. Находится на расстоянии от моря 1050 метров максимум с инфраструктурой. Так, здесь недавно открыли новую дорогу. Это я снимаю, хочу показать, что эту дорогу асфальтируют. Также есть дорога сверху, оттуда спускается вниз. Но пока не асфальтируют, не знаю зачем. Наверное, у мэрии есть какие-то планы. Но эту дорогу только открыли недавно. Прямая дорога, которая идет на улицу Ататюрка. Так, войдемте в проект. Квартира обставленная. Они его обставили. Цена этой квартиры 57 500 евро. Сразу говорю цену. Ключи у меня, обращайтесь, сразу приду, открою, покажу. Так, входим в проект. Здесь у нас лобби. Тут зона отдыха и теннисный стол. Санузлы. Женский, мужской, сауна с видом на бассейн. Бассейн уже спустили. Цены по каким-то причинам в Алании поднимаются, заранее скажу. Из-за этого я стал мало снимать ролики. Так. Здесь у нас фитнес, зал, там место для аэробики, все новое. Вот такой бассейн, здесь зона отдыха, сюда установлен грил. Детская игровая площадка. И в той стороне у нас садик. О. Квартира находится на среднем этаже проекта. Третий этаж. Так. Два лифта у нас тут. Айдат 250 лир. Вот такой лифт. Вместим 6-7 человек. Пятиэтажный проект. Поднимаемся на третий этаж. Так. Поднялись мы на третий этаж. На этаже у нас 8 квартир. Тут пожарная лестница у нас. А с этой стороны лестничная площадка. Входим в квартиру. Значит, у нас сразу вот такая прихожая. С правой стороны санузел. Планировка неплохая в этой квартире. Стоит проточная водонагреватель фирмы Вейто. Тут уже новый купленный. Так. Здесь у нас спальня. Нужно просто купить полотенной шкаф. Вот, смотрите, квартира не маленькая.
Туда можно шкаф установить. Так, вид с окна. Вот такой вид. Там в той стороне строится проект. Вот там. Кому интересно, обращайтесь. Так. Да, здесь еще нужно установить кондиционер. Два кондиционера в квартире. Так. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Из бытовой техники нужно купить телевизор, холодильник, стиральная машинка. Сюда что-то устанавливается? Нет. Все. Стиральная машинка. Так. Так все уже есть. Смотрим там. Угу, все с доводчиками. Вытяжка, плита и духовка у нас фирмы Альпина. Выйдем на балкон. И вот такой балкон. Так. Двери. Дорогие зрители, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Цена этой квартиры 57 500 евро. Айда 250 лет. Все, с вами была Гаси из Солнечного Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.